так чуть-чуть сними сверху. Давай, паспорта бери. Голодный.
уже в ресторане на завтрак. Легкий завтрак. Выбор такой хорошенький. Да. Сейчас будем кушать. Мы покушали. Идем к морю. Сегодня у нас встреча с гидом будет в 10:30, да? Да, встреча с гидом сегодня. Сказали, что прийти должны все. Мы идем за полотенцем, вот карточки. Вот здесь надо брать полотенце. Все, мы взяли три полотенца. Полотенце офигенное, чистое, новое. Да, полотенце, конечно, поинтереснее, да? Да. Подходим уже к морю. Мы подходим к морю. Да, в принципе, да. Смотрите, красота, пальмы. Пальм очень много здесь. Да, пальм, конечно, много. Очень много. А вон лодочки наши, да, идут? Песок чистый. Мы понаходили ракушки. Да. Вот здесь на мелкоте. В море немножко шторм сегодня. Да, поэтому красный флаг. Купаться якобы нельзя. Полотенце. Ого, полотенце. Это покрывало целое. Это Виолетта. Да. Так как красный флаг, то пока не купаться нельзя. Ну, мы там, да. Закрыт. Пройдемся. Пройдемся. Хопана. Оп, оп. Все равно мы пройдемся. Очень колючие. Thank you.
Это наш обед. Есть курица, есть рис, картошка. Очень вкусная выпечка.
улыбаемся, все улыбаемся. Такая типа коралл. Типа, да. Боже, как тут все круто. Как вообще, ты так хорошо. Виолетта, аккуратно. Боже. Нет ее банка, нам надо точно аккуратно. Дочь, аккуратно. Стойте! Сюда смотрите! Виолетта! Опа. Так, аккуратно! Да, сюда смотрите! Сейчас вдвоем! Сейчас! Так! Так и стоит! Сейчас еще, Виолетта. Все. Стой. Да, да, дочь. Оля, аккуратно. Тут, если ты сотрешься полностью. Не, стой, стой. Сейчас. Виолетка, давай, бог. Я люблю.
за нашими есть. Давай, жми. Не бойся. За Света. Перепутала все, да? О, то-то все перепутала, да? Не бойся, все отлично. Давай, давай. Люди насрали. Не бойся, я тормоз нажму, если что. Это помахаю. Давай. Куда она опять съехала? Все, едь. Я... Ого, горы какие, смотри. Да. Держись, не бойся. Посмотреть, я держу руль. На горы глянь. Не бойся.
на перегонки погонять, да? Такая хорошенькая нога набирает. Сильнее. Не бойся.
Деточка, расскажите ваши эмоции. Девушка, вам интервью для Первого канала, да? Сейчас попробуем еще чай какой-то, может, он какой-то там шиша или... Ага, шиша.